Всем привет, я Ведив, и сегодня у нас по просьбе моих дорогих подписчиков, я, конечно, долго сопротивлялся, но растаял, когда начали просить меня все-таки выпустить этот видос. Вот такой набор от неподражаемой, просто богини эстрады, соловиный голос. В общем, самая-самая. Такой вот Ольга Бузова бокс. Мало половин. Я хочу вас обрадовать, ребят. Те, кто учит английский, как и я, и смотрит зарубежных блогеров, теперь я создал еще и англоязычный канал, на котором уже, кстати, вышел обзор на бога ютуба PewDiePie. Вы уже сейчас можете посмотреть это видео, ссылка в описании. И чтобы это все было не хухры-мухры, я решил разыграть по одной коробочке. Вот такой Бузовой и такого PewDiePie. Для этого вам достаточно подписаться на мой второй канал, поставить там лайк на видос и написать там под ним хэштег welcome. А мы начинаем раскрывать коробку. И это больше не больно, и это больше не больно. Мы раскрываем. И первым делом у нас идет женская майка. Я, правда, не знаю, куда ее дену. С популярным хэштегом от Ольги Бузовой «Я создаю тренды». Ну, не знаю, какие она создает тренды, но чтобы замутить 10 лямов в инстаграме подписчиков, я думаю, как-то надо постараться, или это какое-то волшебство. Книга «Цена счастья». Как и через какие беды она прошла, чтобы прийти к этому? Запеть. Я помню, как она раньше еще выпускала какие-то книги, типа «Из дома 2», там что-то «Роман с Бузовой». Самое удивительное, что они до сих пор, по-моему, продаются, я не знаю, кто их читает, но еще и 18+. Вот такой бедный брелок с половиной сердца, разбитого сердца. Брелок очень подходит для разведенных, наверное, я не знаю. Этот набор они опять извращенцы эти из агентства собирали, я бы такой не носил, потому что, знаете, ну как-то разбитое сердце, это, знаете, как-то инфарктом попахивает. Духи от Шанель. Я не знаю, что сказать, потому что я не особо разбираюсь в женских духах, но пахнут приятно достаточно. Оксимирон, тебе нравится? Ему не нравится. Ну, вообще-то, котам любые духи не нравятся, они ненавидят химию. Я тоже не любил химию в школе. Вот такой браслет от Безбрачия. Я думаю, многие хотят выйти замуж, и Оля в этом плане молодец. Такой египетский стиль или что это? Еще бы я добавил браслет для этой импотенции, ну, если кому-то надо, и браслет богатства, вот, кстати, мне надо. Такой, кстати, прикольный браслет, это явно ручная работа. Я могу ссылку оставить даже в описании, если кому-то надо, муж. Такие продаются дофига где. Да блин, я ссылку оставлю, кому надо, в описании. Нет, я не буду натягивать его, потому что порву еще в ломбард, потом не примут. Такая рамка небольшая, знаете, в стиле инстаграм. Так как Бузова королева инстаграма, это очень символично. Давайте ставим кого-нибудь. Давайте гнойного ставим туда. Диск Ольги Бузовой под звуки поцелуев. Знаете, вот все бы ничего, да только как бы в 2018-м я не особо знаю, куда вообще, в принципе, можно засунуть диск. У меня ноуту 3 года, и я ни разу не пользовался CD-ROM. Скажите кто-нибудь Бузовой, что есть iTunes, Яндекс.Мьюзик, ВК, в конце концов. А то еще на видеокассетах будет выпускать. И боже мой, я знал, что такое может быть, но надеялся до последнего, что это все-таки не произойдет. Тут как бы нет ничего запрещенного, за что могут опять поставить 18+. Просто я не понимаю, почему меня так поставляют опять. Я знаю, что это может смотреть кто-то из моих друзей, одноклассников, одногруппников, и блин, да, это так зашкварно. Окси, не нюхай это! Поэтому я просто пропущу это. Что там? Ну, трус. Не, ну на самом деле, что бы ни говорили о Бузовой, она все-таки молодец. Вылезти на инфоповоде и все равно продолжать стараться делать. Ну и в конце концов, она просто симпатичная молодая девушка. Поэтому, ребят, подписывайтесь на наш инстаграм, розыгрыши в группе ВК, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и, самое главное, любите друг друга. Я привыкаю снова просыпаться от